Я не блогер. Так, показываю вам, где покупают спиртное в Ургаде. Жиратон, Знак Марина, маленькая мечеть. Поворачиваем направо. Red Sea Prince. Принц Красного моря. Заходим, здравствуйте. Не стесняемся. Здесь можно посидеть, конечно, и выпить и не таковые, но, в принципе, я все время здесь беру таковые. Пожалуйста, что в ассортименте? Виски, бренди, джин. Все местное, здесь нельзя продавать импортные напитки. Бекам виски? Бекам виски? Бекам виски? Открывайте. Амсис? Ле, it's I talk about Instagram, YouTube. Хамсас Этин, да? Хамсас Этин? А, Хамсас Этин, все нормально. Хамсас Этин. 65, я подумала, что 75. Колю, Хамсас Этин? Так, все, 65. Бира, бира, пиво, пиво тоже есть. Сколько пива? Бира все сетаваши. Сетаваши, 26. Это такэвэй, так? Это вам привет передают, видите, как дружелюбно. Поэтому все напитки по самым низким ценам можно купить именно в этом кафе.